Сегодня мы с Митей пришли в парк в городе Фьярцев и немножко для вас поснимаем. Сегодня я была на глюкозотесте в больнице. 2 часа только что просидела, прождала. На голодный желудок у меня брали кровь. В общем, все у меня хорошо. Значение сахара в крови 7. Там чего-то бемоль или как-то так. 9 это норма. И сейчас мы идем. Осторожно, там в воду не упади. Сейчас мы идем на детскую площадку. Ну, давай, идем на детскую площадку. И там я приготовила бутерброды вчера вечером. Сейчас мы перекусим. А потом в 12 нас заберет Миша с работы. Вот такой красивый весенний парк сегодня. И погода просто великолепная. Вот мы под... Митя меня подгоняет. Подходим уже к детской площадке. Вот мы здесь. Вот отсюда красивый вид. И вот мы уже здесь. Здесь есть песочница, горка, качели, еще одна горка и какие-то еще качели. И, конечно, есть лавочка. И вот сюда я сейчас присяду и перекушу. А это там уже дома. Там живут люди. Прямо вот практически в парке. Готово! Готово! Митя собирается спускаться с горки. И там еще есть качели. Остановись. Как вы уже поняли, мы сегодня в больнице были более 2 часов. Все это время Митя был со мной, и он играл игрушками, читал детские книжки, пока мы находились в детской комнате. Этим мне очень нравятся датские больницы, что ребенок не мешает, он чем-то занят. И фотографии вы можете увидеть в начале видео. Мы уже нагулялись, почти 2 часа гуляли, и уже идем на парковку, там будет нас Миша встречать. Смотрите, какие цветы. Фонтанчик просто.